Коридор городской детской поликлиники Пензы возле прививочного кабинета пустует. Но не потому, что нет желающих вакцинироваться от коронавируса. Процедура проводится по предварительной записи. Это сделано для того, чтобы избежать столпотворения в медучреждении. На сегодняшний день привито 106 человек. И записано на дальнейшую иммунизацию 102 человека. Предварительная запись на вакцинацию ведется на несколько дней вперед. Детям ставят укол препаратом «Спутник-М». Это последняя разработка отечественных ученых, предназначенная для иммунизации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Противопоказания такие же, как и у предшественника для взрослых. Аллергические реакции, непереносимость компонентов и острый период инфекционных заболеваний. В первую очередь пройти процедуру рекомендуют ребятам с ослабленным иммунитетом. По всему региону уже привито 377 юных пензенцев. Ежедневно укол в поликлиниках делают от 17 до 40 человек. Старайся не согревать прививку, не тереть, ничего на нее не лепить, не мочить. Полина Давыдова решила сделать укол по примеру мамы. Подстегнуло и то, что многие участники вокального коллектива, в котором занимается школьница, уже побывали на больничном с COVID-19. Признается, перед процедурой немного волновалась. Боялась, конечно, но это не прям сильно так больно. Ожидания, конечно, огромные на это, тоже страх, а так не особо. По наблюдениям врачей, прививка подростками переносится легко, допускается небольшое повышение температуры и усталость. Записаться на процедуру можно по номеру контакт-центра 990-130 или через регистратуру медучреждения. После получения первого компонента обязательно прийти на повторный укол. Их начнут делать 17 февраля.